это направление тоже интересное, особо интересно. Здесь прекрасно, очень голубое небо, опять же, да? Очень яркое солнце, дорога сама по себе, зимняя. Сейчас маленько проедем. И... Не знаю, видно вам или нет. Там несколько заводов вдалеке, в дымке стоят. Вот, это то, чем дышит весь город Новокузнецк. Я не знаю, насколько вам хорошо это видно, но очень впечатляет, я бы сказал. Сейчас поближе подъедем. Это город Новокузнецк. Там на горизонте ферросплавные алюминиевые заводы. Это не окраина города, это практически центр. Ну, по крайней мере, старый центр, так называемый Кузнецкий район. Кузнецкий, а дальше левее, Орджоникидзевский район. Вот. Примерно так, примерно это люди вдыхают в себя. Не знаю, как там насчет года экологии, но пока что-то не видно. Может быть, дальше будет лучше, конечно, может быть, фильтры поставят, может быть, выбросов поменьше будет. А может быть, экономика так повернется, что нахрен никому не нужен будет ферросилиций или фермары, ничего не производят. Вот. Ну и плюс алюминий заменят на что-нибудь другое, на какой-нибудь композит. Вот. Но пока вот как-то вот так выглядит наш воздух. Ну или то, что мы дышим, то, чем мы дышим. Как-то так. Оттуда дымка черная тянется слева. Это аглофабрика, обогатительная фабрика. Многие говорят, вот и хорошо, что дымят, да? Значит, работают, значит, есть работа для людей. Но все-таки я считаю, работа работой, а жить хочется. У нас по городу, я так понимаю, скачок онкологии за последние 10 лет. Существенный скачок онкологии. Ну, явно это не из-за того, что машин прибавилось, да? Значит, идут какие-то нарушения норм на выбросы. Ну, или что-то еще. Всем спасибо. Пока.